Зал для культурно-досуговых мероприятий, лекций, встреч, дискуссий, площадки для творчества, релаксации и учебы, студии, мастерские, места для занятий и курсов. 1 октября на базе детско-юношеского центра чтения открылась библиотека нового поколения, которая стала четвертой для области и первой для Магадана. Создается такое место, коворкинг так называемый, где человек сможет реализовать свой творческий потенциал. То бишь, допустим, он может найти своих единомышленников и здесь собираться на базе библиотеки и что-то творить, какой-то продукт выдавать. Вот, такие так называемые точки роста. И, ну, сейчас, наверное, мне еще рано об этом говорить, но я немножечко приоткрою завесу тайны, что бонусом для модельных библиотек будет служить то, что люди, которые объединятся по вот так называемым интересам, да, они получат возможность на базе модельной библиотеки, им будет дан доступ для обучения, опять же, еще раз повторюсь, в высших учебных заведениях по их направлениям. Модельная библиотека, по словам Татьяны, подоматька. Это место притяжения, куда может прийти абсолютно любой человек с улицы, который может быть даже не читателем, но для него будут созданы комфортные условия нахождения в библиотеке. В следующем году в реализации проекта модельных библиотек будут участвовать еще две городские библиотеки. Также в следующем году еще две библиотеки города планируют подать заявки на вступление в федеральный проект «Культурная среда».